Привет, с вами Юля, и так как я много уже снимала про плюшевые игрушки, тут у меня сидит Альф и Листочек. Давайте я расскажу про коллекцию с Лунтиком. Правда, у меня некоторых игрушек плюшевых там нету, и те, которые говорят, я включу и покажу вам. Первая моя любимая – это Мила. Вот такая она классная, у нее просто рожки уже так гнутся. Вот, она говорит. Вот, у меня она тут много говорит. Сейчас я вам это продемонстрирую, как она много говорит. Смотри, какие красивые. Как ты там не утонешься? А мы еще в мячик не наиграли. Мне не поможете детки забрать? Я хочу ее выпустить. Мы с ней не играем, мама, не кушаем. Это их гимн дружбы. Откладываем ее в сторону и покажу вам Песка Ивановича. У него тут есть такая штука, которая к нему тут пришита, палочка, вот как у Сарики есть, это из водоросля. Так, вот такой Песка Иванович с клыками или как-то, это усы, по-моему, вот, и хвостик. Посмотрим, как он говорит. Что это ты делаешь? Зарядку, сил набираешь. Нам надо тоже сил набраться. Это баба Капа. Пойдите и пригласите всех в гости. Прошу вас, только после вас. Извините, но я первый сказал. Я рад бы вас извинить. Это не за что. Пупси не вупси. Неужели мне это снится? Я не падаю, а тренируюсь. Я самый крутой кузнечик на свете. Завтра тоже будет много интересного. Столько всего будем делать, так что тебе надо набраться сил. И хорошенько выспаться. Здравствуй. И также много фраз присутствует. Я не знаю, сколько их там. Я пока повторила много. Лунтик, извините, пожалуйста, но он не работает у меня. Он уже давно появился. Ладно, вот такой миленький он. Такой классненький. У него ушки могут выворачиваться. Не будем его ушки трогать. Так, у него тут еще к шее пришит типа бус, но это его шея сама такая. И тут лапка его. Дальше расскажу вам про пчеленка. Даже про двух лучших друзей. Можно так сказать. Лунтик и Кузя, но еще пчеленок. Так, сейчас ноги поправлю. Пчеленок и Кузя. Извините, что у него такие вот это усики, они уже попортились. У него такой Кузя. Сейчас я вам покажу его усики. Вот так. У него сзади вот такая штука. Это чтобы он стрекочил или как называется. Свой пчелок говорит. Говорит пчеленок. Он тоже с крыльями, очень красивыми, и у него уже еще гнутся, я не буду загибать в разные стороны, а то испортится, как у Кузи. Вот у него здесь тоже мех, как у Альфа тоже, только у Альфа приятнее намного. И у него ножки гнутся. Здесь такая штука и его одежда. О, как раз Мила спрашивала, как ты ко мне относишься, а он говорит, я очень хорошо к тебе отношусь. Но дальше я не могу нажать. Ладно. Дальше у меня есть вот такой Корней Корнеич. Такой классный. У него глазки. Его штука подземная. Виделка пластмассовая. Посмотрим, как он разговаривает. Вот он как. Такой Корней Корнеич. Здравствуй, друг. Пойдемте со мной. Я вас познакомлю с моими друзьями. Как же
я люблю ходить в гости. Вот у него еще брови есть. Хотите, чтобы я все здесь показал? Да, конечно! А хотите, поиграем вместе? Что это ты делаешь? Зарядку, сил набираюсь. Нам надо тоже сил набраться. Можно мы тоже зарядку поделаем? Вот это уже повторяется со всеми вот этими игрушками. Так. Дальше Пупсень. Мой тоже самый-самый любимый из всех этих игрушек. Это Пупсень. Такой миленький. У него снимается слюнявчик. Вот я слюнявчик покажу. Только это Пупсень, а слюнявчик. А должен быть Пупсень. Да, это не Пупсень. Потом я расскажу, я просто не понимаю сама. Так вот, он с кепкой. Это, по-моему, Пупсень, а тот Вупсень. У Вупсень, по-моему, именно такой слюнявчик. Такие рожки. Вот такой. Сейчас посмотрим, что он говорит. Ну что-то он как-то тихо говорит, мне это не нравится, ну ладно. Окончили. Дальше расскажу. Тетю Модю. Такая она вот тоже. На тапки пришитые. Такая тетя Модю. Она разговаривает, но я не могу нажать, тяжело мне очень. Просто тут уже очень много и лапы торчат. Вот такая тетя Модя. В очках. Привет, я тетя Модя. Так, и баба Капа. Вот такая вот она. Здесь у нее пушистое все. Вот здесь ее челочка, глазки. И она в руках несет торт. Очень мягкий здесь тортик. Вот, сзади крылья. Липучка и ножки. Снизу она так выглядит. Этикетка. Ладно, все, кому понравилась моя коллекция. Будьте-ка, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Мы будем рады. Пока-пока!